Доброго времени суток, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о такой интересной теме, как использование карт в металлопоиске и в маленьких путешествиях, которые иногда мы себе пристраиваем. Что касается меня, то я использую топографические военные карты до 1976 года. Почему? Потому что, когда я столкнулся с поиском карт для того, чтобы получить полную информацию, в Испании, в тех кругах, кто пользуется картами, есть такое мнение, что самые информативные карты – это топографические военные карты до 1976 года. Я советом этих людей воспользовался и, честно говоря, не жалею до сих пор. Также я использую иногда по возможности старинные карты. Со старинными картами дела обстоят очень туго по двум объективным причинам. Первая причина это заключается в том, что они сказочно дорогие. Вторая причина, достать их тоже очень тяжело. Я имею в виду оригинал, а не подделку, да? Вот, поэтому как бы тут получается так, что со старинными картами надо напрягаться. Возникает логический вопрос, а где же брать вот эти вот топографические военные карты или же старинные карты? Из своей практики я скажу так. Когда не было интернета, такого развитого, да, я ходил на блошиный рынок, и там покупал какие-то карты, которые иногда мне попадались. С развитием интернета и с развитием торговых площадок сейчас уже дело обстоит намного легче. Я использую в Испании две торговые площадки. Это Todo Collection. Это площадка, которая предназначена для антиквариата, то есть там продается весь антиквариат Испании национального уровня. И такая площадка, как Wallapop. Wallapop, ну это где продают всякую всячину. Это я вам все покажу. Кому интересно, можете посмотреть, может вам что-то пригодится. Давайте посмотрим мою небольшую коллекцию, которую я собрал за 20 лет. Ну и я вам покажу, как воспользоваться этими интернет-площадками. Между прочим, у нас сегодня 30 ноября. Завтра 1 декабря, уже первый день зимы. Ну, как видите, у нас уже действительно похолодало достаточно. Ну, что делать, зима есть зима. Так, ну давайте к делу. Вот это вот вся моя коллекция топографических карт, которую я собирал на протяжении 20 лет. Все эти карты посвящены только Содружеству Валенсии. То есть это больше 60 наименований карт. И я их собирал постепенно, то есть искал и на интернет-площадках, когда не было интернет-площадках, покупал на блошинных рынках. Как я уже говорил, что покупать эти карты, в принципе, удовольствие не из дешевых. Но оно, поверьте мне, стоит того. То есть, вот если мы возьмем карту, откроем, чем она мне нравится, да? Тем, что она очень подробная. То есть, если вы когда начинаете изучать карту, то на вот этих картах очень хорошо показано, где, например, какая-нибудь пещера, где-то какие-то руины, где-то какой-то ручей, заброшенная церковь. Все это очень хорошо обозначено в военных картах. Поэтому я вам рекомендую все-таки пользоваться ими. Ну вот такая вот коллекция. Хорошо, друзья, теперь кому будет интересно посмотреть, где все-таки искать эти карты, давайте перейдем к монитору, я вам покажу подробно, как я сейчас именно ищу эти карты.
Для начала давайте рассмотрим торговую площадку Todo Collection. Это рынок антиквариата, искусства, книг и предметов коллекционирования в Испании. На этой интернет-платформе можно не только покупать, но и успешно продавать. Для поиска карт я в поисковой строке пишу ключевые слова. Их немного. Первое, что я всегда делаю, пишу простое слово «карта». То есть в поисковой строке это вот здесь. Пишу «карта» на испанском языке, это называется «мапа». И вот уже, когда мы посмотрим, что нам выходит, то есть вышло у нас 57 811 лотов. Если мы посмотрим, то в принципе, смотрите, военные карты продаются по 20 евро. По 18, 20, 45. Цены разные. То есть надо всегда выискивать. Продаются лоты большие карт. То есть надо выбирать то, что вам интересно. Второе мое любимое ключевое слово — это военные карты. На испанском языке это звучит mapas militares. Ну вот я уже забил этот предварительно запрос. И что у нас получается? 1225 лотов. То есть цены тоже, как видим, и 20 евро. То есть аукцион, тут некоторые карты продают от 46, 34. То есть тоже нужно мониторить, анализировать, смотря какая карта вам нужна. Ну и, пожалуй, самый для меня волнующий вопрос – это старинные карты. На испанском языке это звучит «mapas antiguas». По запросу старинных карт у нас выходит 8634 лота. Здесь все серьезно, здесь никто не шутит. Тут аукционы начинаются от 118 и вот 58 евро. То есть тут все серьезно. Есть у меня один трюк для того, чтобы как-то получить эти карты на порядок дешевле. Что касаемо старинных карт. Со старинными картами дела обстоят более тяжело. Почему? Во-первых, старинные карты найти очень тяжело, но можно. И также, что хочу сказать, они стоят дорого. И вот эти два фактора всегда напрягают. Ну, если по стоимости дорого, иногда с продавцом карт можно просто договориться, да? Ну, например, сказать, вот карта стоит там 500 евро, да, он просит. А вы можете предложить ему следующую сделку, сказать: мне оригинал не нужен, мне нужна копия. Ну давайте за 100 евро я у вас куплю, да? Иногда проходит, иногда люди соглашаются на эту сделку, и вы получаете хорошую карту. Ну и торговая платформа Wallapop. В отличие от торговой платформы Todo Collection, она очень проста. Тут торгуют всем подряд. Этим она и ценна, потому что иногда тут можно случайно купить карту очень дешево. С ключевыми словами в поиске я не заморачиваюсь. Просто пишу «мапа» и отслеживаю по этому запросу все, что есть. Иногда везет. Дело в том, что в этой платформе надо отслеживать все. Потому что неизвестно, например, какая домохозяйка что выставит, что ей там в доме мешает и что она решила не выкидывать, а продать по дешевке. Поэтому я рекомендую на этой платформе мониторить буквально все по запросу карта. Ну, на испанском языке это будет мапа. На этом я заканчиваю свой такой обзорный ролик. Большое спасибо, кто зашел ко мне в гости. Не забывайте меня. А если еще и прокомментируете, то буду благодарен. А если еще поделитесь информацией, вдвойне буду благодарен. Так что всего хорошего вам, друзья.